иду на работу. Впаковался работать на. Баллон из газа у каждого караванчика, как вы можете видеть. Ну, пока вроде хватает. Пятерых, шестерых. Там находятся автобусы, ну, те, кто едут на поля. Можно здесь, после полей, можно помыть. Ну, обувь там, да, если там был дождь или грязь, все такое. Как вы можете. Там есть еще тоже магазинчик, но цены намного дороже все. Тут есть куча стиральных машинок, можешь прийти, постираться и бесплатно. Ну, уже хорошо, да, в Арфале ты можешь стираться бесплатно. И никаких жетонов тебе не выдается, как на мамке. Ну, хотя нас туда просто временно поселили, из-за того, что на Арфале не было места. Я еще убедился, что если ты работаешь на пакхаусе, лучше всего брать хотя бы бутылочку с водой. Да, пить будет очень сильно хотеться. Ну, в зависимости от чего-то, что ты будешь делать, конечно, да. Но все равно. Мне, например, пить хочется постоянно. Тоже парковка. Тут находится начальство Варфолан. Да. Вот мы уже и дошли. Караваны там. А вот и как раз за этим углом уже находится сам пакхаус.